Шеф-повар Максим Григорьев. Паштет из сардин в масле. Отличный паштет из сардин в масле вы сможете приготовить буквально за несколько минут. Быстро, просто, доступно, вот главные преимущества этого блюда. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Масло сливочное 120 грамм. Перец черный молотый 0,1 чайной ложки. Сардины в масле 240 грамм. Сок лимонный 2 столовые ложки. Соль 0,5 чайных ложек. Творог 150 г. Шаг 1. Для работы нам понадобится творог, консервы сардины в масле, сливочное масло, лимон, соль, перец. Шаг 2. Творог протереть через мелкое металлическое сито. Шаг 3. Добавить масло комнатной температуры. Шаг 4. Хорошо измельчить с помощью блендера. Шаг 5. Добавить лимонный сок, сардины без жидкости. Шаг 6. Измельчить с помощью блендера. Сдобрить солью и перцем. Шаг 7. Паштет готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.